Всем привет! Вы на канале Тыковка ТВ. И сегодня я снимаю продолжение моего как мини-сериала, которое называется «Драконы в скрытом мире. Вторая часть». И давайте начинать. О, какое хорошее утро. Обычный день на моем обычном острове. Никаких драконов, я один. Да. И один. Что? Что? Пахнет кем-то другим. Но это... Что? Что? Ну, такого не может быть. Пахнет ночной фурией. Я полетела, мне надо найти ее. Уже ближе, я чувствую запах. Еще одна ночная фурия. Интересно, кто это, он или она? Но главное, я не один такой, это уже радует. Вот же, вот тут. Запах все больше и больше. Но тут же просто скалистый берег и просто песок. Стоп. Что там в песке? Что это? Тут кто-то есть? Надо приземлиться. А я с песка упаду сейчас в море. Мне кажется, или это что-то наподобие ночной фурии? Интересно. И вправду, это очень похоже на ночную фурию, но... Белых ночных фурий нет. По крайней мере, я таких не видел. Я вообще драконов почти что не видел. Я живу на своем острове, я всегда прогоняла драконов. Надо ей помочь, этой ночной фурии. Ночная фурия, она вся в песке. Что же с ней произошло? Она еще дышит. Так, главное, я раскопал. Так. Надо бы ее ко мне в пещеру принести, потому что это будет самое логичное, что я могу сделать. Ого, никогда не видела таких же, как я. Она шикарная. Она прекрасная. И это... Это девочка, мне кажется, это женская особь. Хоть бы это не тот, о ком я думаю. Надеюсь, это не грохот от того. Так, ладно. Как бы мне тебе, девочка, как бы... Давай, вот иди вот так вот. Сейчас, давай ложись аккуратно. О, все в песке. Ну что ж такое? Так, все. Все, да вот. Полетели. Что? Мой дракончик нашел самочку ночную фурию, что? Хотя нет, это больше похоже на дневных фурий. Но не может быть. Это значит где-то поблизости скрытый мир. Там живет беззубикова семейка. Скорее всего, это что-то из его семейки. Какая-нибудь дочка или сыночек, или хотя это девочка. Это, наверное, его точка, этого мерзкого дракона беззубика. Ненавижу ночных фурий. Ну ладно, мой дракон знает, что с ним делать. Так. Ой. Какая она тяжелая, что еще камни падают. Так. Вон моя пещерка. Пойду ее отнесу. Хоть бы она была в порядке. Она мне очень нравится. Она такая красивая, она беленькая. Так, ладно, надо в пещеру ее отнести. Вот и моя пещера. Давай иди туда. Давай иди. Фух. Так, давай иди. Так, что бы мне сделать? Я никогда не видел таких же, как я. Ух ты, она такая красивая. Она не похожа на меня, но мне все равно. Я должен показать, что я очень
Хороший дракон. Чтобы сделать... У меня есть идея. Надо, во-первых, ее согреть. Она уже замерзла. Развести огонь. Так, во-вторых, надо принести рыбки или нет. Ну, ладно, сейчас кое-что подумаю. Что? Где я? Моя голова. Что произошло? Я ничего не помню. Что это за жуткое место? Я тут ни разу не была. Это не мой дом. Хотя, стойте, это выход из пещеры, что? Я нахожусь в пещере, а тут огонь. Так, где бы я ни была, но драконы тут добрые. Я совсем ничего не помню. Я же повредила свое крылышко, бедное мое крыло. Да, я же летела над океаном, да, и упала. Моя голова. Как все запутано. Ну ладно, думаю, хозяина надо поблагодарить и попытаться как-нибудь вернуться домой. Ну, я думаю, он знает, где скрытый мир, так как каждый дракон знает про скрытый мир. Ау! Есть кто в пещере? Ау! Эй, дракон! Хоть кто-нибудь, кто меня принял, пожалуйста! Я не обижу. Эй! Есть тут кто? Ау! Эй! Хватит со мной шутки шутить. Я ведь могу и тоже не по-доброму. Эй! Что-то я боюсь ей сознаться. Эй, хватит! Я тут. Что? Кто ты? Я! Мое дерево. Кто ты такой? Не подходи ко мне! Даже не смей ко мне подходить! А ну-ка иди отсюда! Прости, мое крыло. Ой. Привет. Ты кто? Не смей ко мне подходить. Ты на меня напасть хотел. Я вообще как бы королева. Не подходи ко мне. Королева? Ну, не королева. Ну, не подходи ко мне. Тоже не смей. Вообще-то я тоже дракон непростой. Прости. Я не хотел. Кто ты вообще такая? Ты такая красивая. Не подходи ко мне. Не подходи, я сказала. Даже не смей ко мне приближаться. Ну, хорошо. Остановись. Да, хорошо, прекрасная дракониха. Да, конечно. Кто ты такой? Я не говори ничего. Ты меня пытался убить или что? Почему у тебя в пещере? Как я тут оказалась? Кто ты такой? Не отвечай. Я не знаю, что делать. Так, подожди-ка. Сказала. Так, хорошо. Допустим, что ты кто-то из драконов, но ты очень похож на ночную фурию. Подожди, стоп, ты ночная фурия? Я ночная фурия. А что? Стоп, но единственная ночная фурия — это мой отец. Стоп, твой отец ночная фурия? Кто ты такая? Ладно, прости меня, давай познакомимся. Ты меня тоже прости, давай. Так, я Луна, я ночное сияние, и я родом из скрытого мира. Но я думаю, ты знаешь, откуда я родом. Откуда? Ты не знаешь про скрытый мир? Нет, а должен? Ой, так, хорошо. Меня зовут Луна, я дочка Беззубика и Дневной Фурии.
Так, кто такая дневная фурия? Ты вообще, что ли, никаких драконов не знаешь? Нет, я знаю только ночных фурий. О, дневные фурии — это точно такие же драконы, как и ночные, почти что. Только белые? Да, да. Мой папа, как говорил, ночная фурия, моя мама дневная фурия, у меня есть еще мои братики Гром и Шторм. И я будущая, как бы, королева. Ну, вот так вот. Так, хорошо, а ты кто? Ты такая просто очень красивая, просто вообще. Ладно, Лести, кто ты? Я демон. Демон? У тебя очень странное имя. Довольно-таки. Ну, да, какое имя есть, такое есть тебе. Ну что, я ночная фурия. И я как бы жил всю жизнь на этом острове, никогда не видел почти что других драконов. Своих родителей я тоже не видел, их убили люди. О, как печально. Да, вот я тут один живу, мне так одиноко. Я понимаю, хоть у меня и есть семья, но я себя тоже очень одиноко чувствую. Да? А как ты вообще оказалась тут? А, ну... У меня болела, с детства у меня была травма крыла, и мне нельзя на большие дистанции летать. Ну, я слушала своих родителей, вылетела из карты мира, и у меня очень резко заболело крыло, я упала в океан, и, как я поняла, волны меня принесли к твоему острову. Ясно. Но мне пора лететь. И не могу. О, нет, крыло еще сильнее разболелось. Есть вариант, давай мы его помажем специальной мазью, и тебе надо будет отдохнуть, и я помогу тебе долететь до дома, давай? Хорошо, давай, хорошо. Сейчас. Так, вот эта мазь сделана из специального такого цветочка, я ее сам сделал, вот крыло пройдет. Ой, спасибо. Всегда пожалуйста, так. Но я думаю, пока у тебя крыло не зажило, нам стоит остаться тут и переночевать, точнее, наоборот, дождаться вечера. Так как, я думаю, ночью более скрыт не летать, а то все же люди еще как бы живут. Ну да, надо лечь спать тогда. Я пойду туда лягу. Ладно. Давай тогда тоже с тобой. Я тебя еще буду охранять. Хорошо. А глупые драконы, они что, правда думают, что я не убью эту самочку? Глубоко ошибаются. Ребята, если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Пишите в комментариях, понравилась ли вам эта серия. Обязательно ставьте лайки, а то я не выпущу просто следующую серию. И, может быть, даже следующее видео любое. Поэтому лучше подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, жмите колокольчик, чтобы не пропустить новую серию вот этого милого сериала про вот этих милых няшных дракончиков. И, пожалуйста, ребят, напишите в комментариях, допустим, что Луна — это как бы дракон, как бы это не настоящий дракон. То есть, может, это вообще мальчик, может, ее вообще по-другому зовут. Да, я знаю, но просто это моя история, как бы это моя фан-версия, то есть я для себя ее сама придумала. Я знаю, это неофициально, но это просто для меня, это я для себя придумала такую историю. Мне хочется эту историю, я, конечно, знаю, что может это не брать, но, ребят, не пишите в комментариях, очень обидно. Пожалуйста. И да, может, больше нет никаких ночных фурий, но это моя история. Ну ладно, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и смотрите мои видео. Всем пока, пока-пока! Жми на follow, лайки меня, лайки меня, лайки меня.